Мой друг очень часто мне говорит: Роман, я ведь могу круче. Могу круче бегать. Могу круче делать подножку. Могу круче прыгать на лошади. На телевидении очень много однотипных кулинарных программ. Отделяем желток от белка. Мы можем круче. Поскольку ты шеф-повар, я тебе предлагаю в условиях гаража приготовить настоящий кулинарный шедевр. Слушай, ну я везде готовил, в ресторанах готовил, в гараже ни разу. Че, раз уж мы решили все это сделать у тебя в гараже, давай попробуем. Смотри, красота. Смотри, вот у нас два стейка. Зеленый перчик у нас один. Хлеб, но без хлеба никуда. Вот эта зеленушечка у нас пойдет на аджику. А это вот все у нас на гриль. Хорошо, ну вроде все. Порубить. Мы чем рубим-то? Надо искать. Есть коньки, Вась. Предлагаю следующее. Мы отпилим вот эти вот опоры. Угу. Зашлифуем их, конечно. Угу. И у нас получится два шикарных ножа. Так, ну что, ножи готовы? Да, мой тоже готов, все, даже это ручку себе скотч сделал. Надо проверить как-то. Ну-ка. Тест, драйв. Как масло режет. Как режет. Ты чувствуешь, как он только вот заходит? Это вот расширение. Куда вообще? Ну, Вась, я предупреждал. А с другой стороны, сразу отваливаться будет кусочек. Ты режешь, оп, отвалился в бок. Ну, в общем-то, неплохо. Неплохо. Если учесть, что это бывшие коньки, в общем-то, неплохо, мне кажется. Аджик это вообще считается традиционным грузинским блюдом. Помидоры, зелень, кинзы, укроп, петрушка, базилик. Я люблю очень ароматный. Все это смешиваем, помидорки, чесночок, один зубчик его прям, и острый перчик. И все, оливковое маслице чуть-чуть заправим. Теперь перчик его хорошо еще, черного. У меня только хорошая бы была мельница. Мельница. Мельница, я так понимаю, что твой традиционный ответ – нет мельницы. У меня есть молоток. Конек. Ну, сильно не размахивайся, так. О! Все, мы оставляем это настаиваться. Оно сейчас великолепно. И немножечко, как ты говорил, аромат кувалды. Аджика готова. Аджика готова. Ну дальше. Что, переходим к болгарскому перчику. На чем жарить-то будем болгарский перчик? Ну что, шикарный стол. Шикарный. Получился. Шикарный. Можно жарить. Человек-горелка на сцене. Вот так. Все отлично. Давай. Давай, я, значит, выкладываю перец. Вот так вот соли чуть-чуть, сольки. Оп. Немножко масла. Кислорода не хочешь добавить? Вот они, овощи. Нет. Жарятся? Жарятся. Смотри, как красиво. Слушай, жарко, что пошло? Кто думал? Тут розмарин, чесночок, оливковое маслице, все это. Сковорода закоптилась снизу немного. Чуть-чуть, да. Овощи почти готовы. Давай сделаем так. Я сейчас предлагаю перейти к стейку, овощи подогреем перед подачей. Отлично, по-моему, да, шеф? Что со стейками-то будем делать? Я, кстати, выбрал как раз-таки рибай стейк. Он один из самых таких жирненьких. Это далеко не диетическая пища, но, поверь мне, это лучшее мяско, которое может быть. Вася, утюг. Утюг. О, красота. Так, ну что, угли готовы? Готовы. Утюг, точнее. Передавайте. Это гриль-аппарат. Ну что, переходим, давай, к жарке, давай. А надо как-то сбрызнуть оливковым маслом. Не надо, здесь же жирок, все, сейчас она отлично сама будет. Все. Видишь? Тут все, тут жирок.
Вот он аромат. Вот он пошел, какая, какой, ну-ка, да. Какой аромат. Чувствуешь, вот когда жирок немножко начинает плавиться, он издает совершенно чудеснейший аромат. Чудеснейший аромат. А какую мы степень прожарки делаем? Степень прожарки будем делать. Ты какую любишь, чтобы было немножко... Я люблю розовое. Посочнее. Розовое? Да. Без крови что-то? Без крови. А ты с кровью любишь? Я с кровью люблю. Укладываем гриночки. У нас получился настоящий обед, который мы приготовили в гараже. Не имея никаких на это приборов. Смотри, получился без крови, очень нежный, прожарочка медиум получилась, только сок. Хорошо пилят, какие-то мясо. Никогда не ел вкуснее рибостега, приготовленного дымом, вообще. Я в шоке. По-моему, все получилось. Да, великолепно. Да? Это гараж просто такой классный, для фэншуй. В нем все получается.